Штребух. Всем привет, с вами расхититель помоек Штребух. Я, как обычно, нашел большое количество крутых находок в помойках. Ну а раз помойка кормит, решил порадовать вас очередным розыгрышем. Разыграю два приза. Первый приз — это сюрприз-бокс в размере M, а второй победитель получит планшет. Правила розыгрыша найдете по ссылке в описании. Всем удачи! Проси, ссылка где? А где ссылка? Нормально, скажи. Уверен. А ссылка какая? Ссылка в описании. Первая крутая находка — это группа ВКонтакте «Ценный лут», в которой обычные люди показывают свои находки. Настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании и подписаться на эту группу, ведь это самая крупная группа с находками во всей России. Ссылка в описании. Шикарная находка. Нашел в своей коробке мини-проектор, модель UG300. Я просто поражен, он абсолютно новый, состояние идеальное. В магазине стоит примерно 3000 рублей. Подключить его к компу можно с помощью HDMI, можно также вставить флешку и на ней смотреть фильмы. Проектор можно закрепить на штатив. Это просто офигенно. Но самое прикольное, что его можно запитать от пауэрбанка, принести на любую, к примеру, крышу и включить там фильм и сидеть вечерком кайфовать с девушкой под винишко. Просто романтично. Мау! Nice. На самом деле я где-то год мечтал о проекторе, все никак не мог его купить, а тут помойка мне его просто подарила. Офигенно, спасибо огромное. Первый раз в жизни нашел IPS-монитор в своей коробке. В комплекте с монитором был HDMI кабель и блок питания. Я просто в шоке, монитор очень красивый. Но есть одно но. Матрица у него битая. В принципе, я и не удивляюсь. Кто выкинет IPS-монитор, который стоит 12 тысяч рублей новый, на помойку? Конечно же, очень обидно, я возлагал на него надежды. Теперь придется продать на запчасти 1500. Восстанавливать его нет никакого смысла, потому что матрица на него стоит дороже, чем сам монитор. Мы живем в реальности, в которой есть YouTube. А в YouTube есть канал «Компьютерная реальность». Автор канала снимает обзоры компьютерного железа, а также занимается ремонтом компьютеров и перепродажей ноутбуков. И даже иногда находит электронику возле помоек. Наш человек. Здравствуйте, мои хорошие. Вы на компьютерной реальности, и мы будем смотреть железяки типа таких. Ноутов вроде такого или вот такого. Отличных железяк для персональных компьютеров типа видеокарт, хардов, как для стационарок, так и для ноутов. Ну и, конечно, тонна всякой мелочушки россыпью. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, тыдынкаем этот чертов колокольчик, который придумал сам сатана. В общем, канал интересный, советую зайти по ссылке в описании и подписаться. Классическая находка в помойках – рабочий утюг от бренда Polaris на 2000 ватт. Кстати, первый раз нахожу утюг черного цвета, реально смотрится круто. Продам его на Авито рублей за 300. Накопился большой пакет с мыльным рыльным. Стратегические запасы мыльного рыльного снова пополняются. Больше всего мне нравятся вот эти гели для душа. Они абсолютно новые. Также есть зубная паста Parodontax, крем-бальзам после бритья, гели для душа, мусс для волос, шампунь Pantene, всякие спреи для очистки стекол и так далее. Я уже не знаю, куда это складывать, у меня в ванной комнате уже места нет. Гость обзора — водка 365 дней. Классическая. Я просто в шоке, кто ее бухает, наверное, самые лютые алкаши. Нашел целый подъемный кран. Продам рублей за 200 на Авито. Или продам на барахолке. Кстати, игрушки мне очень часто попадаются. Если был бы у меня такой в детстве, я был бы сказочно счастлив. Нашел рабочий тонометр от бренда Bewell. Пора измерить давление. Помойка измеряет. А, сейчас рука взорвется. Прикольная штучка. Продам на Авито рублей за 600. Ваше артериальное давление высокое.
Кстати, в комплекте с тонометром блока питания не было, но это не проблема. Блоков питания у меня просто огромнейшие запасы. Нашел возле помойки зарядное устройство для аккумулятора. Полностью рабочее. Продам на Авито рублей за 300. Крутая находка. Нашел просто огромнейший кальян. Изначально он был без чаши, пришлось использовать свою. В комплекте была крутая чаша для табака, а также вот эта хрень, куда кладут угли. А еще силиконовый шланг, плюс две дополнительные чаши, коробка с углями, фольга и огромное количество новых табаков. Не, ну я шокирован, реально, зачем люди столько табаков покупали, в итоге их не скурили и выкинули. Попробую продать это все комплектом за 1800 рублей. Был найден в своей коробке рабочий утюжок от бренда HireWay. Работает прекрасно, продам на Авито рублей за 200. Работающий электрочайник Scarlett с подсветкой. Продам рублей за 300. Боксовое охлаждение для компьютера. Оставлю пригодиться для сборок. Старый жесткий диск на 13 гигабайт. А вот этот уже получше. Это Western Digital SATA-шный на 250 гигов. В будущем, когда буду собирать компьютер из комплектующих, которые понаходил в помойках, все это проверю. Коробка от MacBook Air. Продать ее получится рублей за 300 на Авито. А в коробке есть немножко находок. Два рабочих кулера от бренда Aerocool с подсветкой. Только вот нет штекеров, но это в принципе не проблема. У меня есть старые кулера боксовые, с которых я штекера поснимаю. Сюда установлю, а потом подключу эти кулера к своему корпусу, чтобы был хороший обдув. Еще есть блок питания на 12 вольт, полезная находка. А еще есть новый кейс от наушников, в котором лежит новый USB кабель для андроида, а также новые амбрашюры для наушников. Кейс оставлю себе, буду в нем складывать флешки. Первый раз в жизни нахожу очиститель воздуха от бренда Модель Home Antibact. Работает эта хрень прекрасно. Интересное устройство, но по сути лишнее в доме. Продать его можно будет рублей за 800 на Авито. Нашел микроволновку. Притащил домой, думал, что работает, но нифига подобного. Подключил сеть, тут был такой гул, я думал, сейчас она взорвется. В итоге она не рабочая, но я в принципе не расстроился, достал из нее огромную медную катушку. В этой катушке меди рублей на 100. В принципе и немного, но хоть что-то я поимел с этой микроволновки. Нашел телефон на андроиде, рабочий, от бренда TNL. Переводится как «Технологии счастливой жизни». Тот, кто его выкинул, походу не особо был счастлив от этого телефона. И в итоге он оказался на помойке. Кстати, несмотря на битый экран, сенсор работает. В принципе, телефоном пользоваться можно. Устаревший телефон с версии Android 4.2.2. Камера просто жесткий отстой. Но это реально не телефон, а просто китайская залупа. Нашел очки от бренда Никитана в чехле и с тряпочкой. Новые такие стоят 800 рублей. Их можно использовать, сидя за компьютером. Мы с черепом просто в шоке, помойка радует, как обычно, крутыми находками. Рабочий пылесос для автомобиля от бренда Kit Ford. Кабель абсолютно целый, пылесос работает просто превосходно. Придется его продать на Авито рублей за 300. Очередной рабочий чайник от бренда Scarlett. Продам рублей за 200 на Авито. Задолбали меня эти чайники уже, постоянно их нахожу. Рабочий утюжок для волос от бренда Барон. Что не придумают только, да? Китайский, но в принципе в идеальном состоянии, полностью рабочий, провод целый. Продам рублей за 300 на Авито. Кря-кря. Три пары новых фонариков. Крутая находка, пригодятся. Нашел пузатую сумку, в которой лежит кое-что интересное. И это портативная DVD от бренда Cameron. Все работает прекрасно, можно сидеть себе, кайфовать, смотреть мультики. А еще у него поворачивается экран, и можно таким образом смотреть фильмы. Прикольная находка, положу в сюрприз-бокс. Или продам за 1000 рублей. Нашел фоторамку от бренда Transcend.
с флешкой на 8 гигов. Я просто в шоке, первый раз нахожу такую находку, в комплекте даже был блок питания. Тут уже закачаны различные фотографии. Продам ее рублей за 500 или положу в сюрприз-бокс. Нашел планшет Asus. Давно я планшета уже не находил. Модель планшета Asus K019. На экране стоит пленка, но она, кстати, его не спасла. Экран битый. К сожалению, планшет заблокирован код-паролем. Заморачиваться с разблокировкой не особо хочется, поэтому продам его рублей за 500 или положу в сюрприз-бокс. Нашел пауэрбанк, на нем так и написано, на 12 тысяч мАч. По нему видно, что здесь теоретически никаким образом не может быть 12 тысяч мАч, потому что он очень тонкий. По факту им зарядить телефон получится максимум полтора раза. Нашел в этом ушатанном чехле планшет. На планшет наклеена защитная пленка, она очень поцарапанная, хочу ее сейчас снять. Как будто распаковываю новый планшет. Открыв крышку, куда вставляются сим-карты, обнаружил там флешку на 16 гигов. Неплохой планшет, он полностью рабочий. Самое прикольное то, что с него еще можно звонить. Есть даже игра Angry Birds, 100 лет в нее не играл. Продать его можно будет рублей за 800, но я положу в сюрприз-бокс. Две сковородки из Икеи в отличном состоянии, продам их рублей за 200 на Авито. Рабочий настенный светильник, в принципе в нормальном состоянии. Когда откроется барахолка, продам его там рублей за 100. Первый раз в жизни нахожу такую коробку. Коробка от Apple HomePod, это умная колонка, которая стоит 30 тысяч рублей. Кто такое вообще покупает? Продать эту колонку можно будет рублей за 300. Нашел оригинальные венсы в отличном состоянии, 42 размера. Вот, кстати, мои венсы, которые я покупал в оригинальном магазине за 7000 рублей. А эти примерно столько же стоят. Состояние у них отличное, их нужно просто постирать и будут как новенькие. Плюс в них стоят топовые толстые стельки, которые хорошо защищают при ударах. Я просто в шоке с людей. Кто-то покупает новые венсы за 7000, а кто-то вроде меня находит их в помойке. Кстати, если кто-то из вас захочет их купить, продам всего лишь за 1000 рублей, чисто для подписчиков. А так на Авито продам за полторашку. Нашел чемодан от бренда Rion. Самое главное, что молния не расходится. Ручка целая, а также колеса. Продать на Авито его можно рублей за 800, но я его оставлю себе. В поездке мне этот чемодан очень пригодится, просто топовая находка. Нашел музыкальную световую колонку. Музыку можно слушать на флешках. Также есть кнопки переключения треков и пауза. Внутри стоит два динамика. Ее даже можно закрепить на стене с помощью этих креплений. Когда нашел этот мешок, подумал, что внутри палатка. А это оказался абсолютно новый в полном комплекте рюкзак «Кенгуру» для переноски ребенка. Так он даже с биркой, я просто в шоке, люди купили и из-за ненадобности выкинули. Продам этот рюкзачок на Авито рублей за 800. Самые лучшие комментарии последних видосов, а если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед самыми щедрыми подписчиками. За 2 недели я нашел огромное количество мелких находок, а также был вискарик Вильям Лоусон. Здесь почти полбутылки. Вискарик оставлю себе, пригодится в празднике. Ну что ж, давайте осмотрим мелкие находки. Я просто в шоке, с этим всем нужно на барахолку ехать, обидно, что она закрыта. Покажу все самое ценное. Беспроводной аригатор, полностью рабочий. Работает эта штука как-то так. Лечат этой штукой пародонтоз. Также есть крем-гель для душа. Желтые часы, полностью рабочие, с ананасами. Удлинитель. Новый шланг, который используют в квартирах для полива цветов. Удочка для зимней рыбалки, универсальный блок питания, кипятильник, 2 DVI кабеля, абсолютно новое радио в коробке с наушниками, немного Парижа, зажигалка с надписью «Санкт-Петербург», нужно заправить, еще один блок питания двухфазный на 32 и 15 вольт, новые уголки, которые мне пригодятся что-то крепить,
две коробки от айфонов, старинная книга под названием «Деньги» 1955 года. Состояние потрепанное, возможно, кто-то купит на барахолке. Кошечка Сквиши, царское пластиковое зеркало, две пары работающих наушников, 20 рублей, две пары китайских ширпотребных часов, почти целая коробка саморезов, рабочая беспроводная мышка, блок питания от айпада, а еще прикольные спички для туристов. Такие спички я еще в своей жизни не видел. Они типа долго горят. Две пары обуви, губка Боб со странным носом с присоской, блок питания на 12 вольт, еще один двухфазный на 32 и 15 вольты. Одна из самых топовых находок, это конечно же спиннер, зажигалка а-ля Зиппо с жопой, аккум для фотика, Strepsils, две упаковки новых батареек, оригинальный блок питания Apple, велосипедная фара, неплохие перчатки, в которых будет удобно кататься на велосипеде. Я не знаю, как эта хрень называется, но это штука для того, чтобы курить вещества. Абсолютно новая. Кубок для лучшей мамы и новые очки, скорее всего, для слепых. И огромный пакет с Лего. Кстати, у меня подписчики не раз за конструктор спрашивали, так что если кому интересно, пишите ВКонтакте. Всем спасибо за ваш просмотр, не забудьте поучаствовать в розыгрыше. А еще мне нужна ваша помощь. Хочу себе собрать мощный компьютер, но бюджет минимальный. Рынок огромный, что выбрать не знаю, в общем буду рад вашим советам в комментариях. Посмотрите вот эти видосы, а также подпишитесь на мой канал. Ну и не болейте, всем пока.